Итак, добрый день. Мы начинаем новый урок по InDesign. Прежде чем приступить к созданию визитки, мы с вами сегодня рассмотрим работу с мастером шаблонов. Итак, для начала мы создадим стандартный лист формата А4 210 на 297 и количество страниц в размере 10. В один столбец, ничего все остальное менять не будем, потому что нас в данном случае это не касается. И оставим галочку на развороте страницы, потому что хочу показать вам, каким образом это работает. И нажимаем вкладочку «Создать». Итак, обратите, пожалуйста, внимание вот сюда, вот справа. У меня здесь есть вкладка меню, которая называется «Страница». Если же у вас ее нет, мы можем ее найти во вкладочке «Окно», «Страницы». Ну или кнопочка F12. Итак, я открываю данную вкладку и смотрю, что у меня здесь есть. У меня здесь есть 10 моих созданных страниц с номерами. То есть первая страница — это обычно обложка, последняя страница — это конец моей обложки, и здесь находятся развороты моих страниц. То есть первая, вторая, четвертая, пятая и так далее. Как вы видите, так как мы нажали галочку «Разворот страницы», мы видим страницы попарно. И к ним применен определенный шаблон. Если же я, например, хочу сделать так, чтобы на каждой странице у меня повторялось одно и то же, либо добавить сюда номер страницы, я использую с этой целью мой шаблон. То есть для того, чтобы изменить шаблон и на каждой странице появилось одно и то же изображение, я выделяю эту страницу шаблона, либо выделяю две страницы шаблона, если я хочу, чтобы на них повторялось одно и то же изображение, и дважды на нем кликаю. Таким образом, я открываю страницы своего шаблона. Но для примера, чтобы вы понимали, каким образом это работает, я рисую здесь какой-то прямоугольник, делаю ему какую-то, например, заливку, и как вы видите, теперь на каждой странице моего документа, на этой же вот странице, включая последнюю, появляется одно и то же изображение. То есть если я сейчас ухожу с моего шаблона, дважды кликаю на моей странице, я получаю одно и то же изображение на каждой моей странице. Это касается создания номеров страниц и колонн титулов, если вы планируете делать это на каждой странице одинаково. Если же я планирую сделать что-либо на второй странице, ну пусть будет здесь какое-нибудь изображение другое, либо какой-то текст, так чтобы было хорошо понятно, сделаю ему заливку. И перехожу из моего шаблона в мою страницу. То есть на каждой странице, включая первую, у меня будет находиться одно и то же изображение. Прошу обратить ваше внимание на то, что я могу изменять формат моей каждой страницы отдельно, добавлять номера страниц. Итак, давайте посмотрим, каким образом можно изменить размер страницы. Я сейчас кликаю на вот этой вот странице. В данном случае это страница номер 3. Захожу вот сюда, изменить формат страницы, и могу выбрать любой формат, который мне нравится, либо выбрать формат так называемый заказной. Давайте изменим формат страницы, например, в 2 раза увеличим его. Я могу даже заменить ему имя, ну, на какой-нибудь. И мало того, что я могу его добавить к списку моих шаблонов, которые у меня существуют, и я его сохраняю. Обратите внимание, здесь у меня изменился формат моей страницы. Например, так как страница 4 будет являться оборотом страницы 3, я могу кликнуть на этой странице, изменить формат моей страницы и выбрать тот самый формат, который я уже создала заранее. То есть таким образом я могу изменять размер каждой страницы в отдельности. Кроме того, если у меня, скажем так, закончились страницы, я все еще хочу продолжать что-либо, я нажимаю плюс, и таким образом я добавляю еще одну страницу. Плюс, и я создаю еще одну обложку. Вот таким вот образом можно, мало того, что создать шаблоны для каждой из страниц, на этой странице можно разместить номер страницы, направляющие и многое-многое другое. Так, так как с новой темой я более-менее закончила для ознакомления, давайте сейчас разберемся с другой новой темой. Вашим домашним заданием на следующий раз будет создание 10 видов различных визиток. Я прошу создать в качестве визиток определенные вещи. Первая визитка в качестве задания – это будет ваша личная визитка как дизайнера. Вторая визитка – пусть это будет визитка колледжа фирменная, либо какого-то из преподавателей. И третья визитка, пускай это будет какая-то поздравительная визитка, например, от Санта-Клауса. Четвертая, в конце октября у нас Хэллоуин, пускай будет четвертая визитка, это Хэллоуин. И пятая, это пускай будет визитка
для какого-нибудь зоомагазина. Оставшиеся 5 визиток на ваш вкус. То есть ваше домашнее задание – это 10 визиток разного стиля, разного начертания. Сегодня мы с вами будем делать новую визитку. Этот документ я закрываю, он мне не нужен. Я вот здесь создавала уже визитку в качестве образца. Сейчас мы займемся как раз созданием этой визитки. Итак, создание нового документа. Я нажимаю на клавиатуре Ctrl-N, и я попадаю в меню создания документа. Стандартный размер визитки у нас в Украине это 50 на 90 миллиметров, то есть я создаю ширину 90 на 50, включаю галочку просмотр, и так как мне нужно 10 визиток, указываю, что это у меня будет альбомная ориентация, миллиметры. Теперь давайте обратим внимание на поля. Зачем нужны в данном случае поля? Поля нужны для того, чтобы ваша визитка аккуратно смотрелась. Плюс ко всему, при порезке визиток, это как они будут печататься, например, сотня штук на одном листе, вы не зарезали при порезке визиток, не зарезали поля другой визитки. Ну и, скажем так, очень плохо, когда текст располагается очень близко к краю. Визитка становится не очень читабельная, поэтому стандартно это от 2 до 4 мм. Я ставлю 4, ну, скажем так, дело вкуса. Здесь стоит значок связи. Следующий момент – это выпуски под обрез. Опять же, такие типографии просят в своих технических требованиях от 2 до 4 мм. Ну, я поставила 3 мм. Итак, создать. Ради интереса мы заходим на вкладочку «Страницы». Обратите, пожалуйста, внимание, у меня есть шаблон, у меня есть все мои 10 визиток, которые я планирую создать, и мы можем начинать работу. Шаблоны в данном случае закрою. Ctrl-минус уменьшаю размер, и мы смотрим на формат моей визитки. Как вы видите, поля под обрез у нас существуют. И первое, что я, наверное, сделаю, обычно визитка бывает либо залита каким-то цветом, либо же, скажем так, на нем добавлен какой-то логотип. Там существует название, то, чем занимается данная фирма, фамилия, имя, адрес. Ну и последнее время тут добавляют ссылки на портфолио, так как вы, например, дизайнер, ссылочки на Instagram. То есть, как вы помните, по прошлому занятию здесь необходимо добавить какое-либо, например, изображение, либо покрасить, скажем так, нашу бумагу в какой-то цвет. У нас здесь есть две вкладки. Первая – цвета, вторая вкладка – образцы. Обратите, пожалуйста, внимание, кроме цветов стандартного ЦМИКа, ну, я здесь уже работала, у меня добавились некоторые цвета, у меня есть еще цвет моей бумаги. То есть, в принципе, теоретически, нажав дважды вот здесь вот, я могу поменять цвет бумаги на тот, который мне нравится. Например, если я нажму ОК, цвет бумаги автоматически у меня поменяется на голубой. Давайте посмотрим. В слоях у меня находится это просто слой 1, я его сейчас вот раскрою, ничего здесь у меня не поменялось. Но я предлагаю сделать вам немножечко по-другому. Оставим бумагу в покое, пускай бумага наша будет по-прежнему белого цвета. Но мы закрасим это все по-другому. То есть каким образом можно создать фон моей визитки? Я могу создать инструмент, взять инструмент прямоугольник, кликнуть здесь. Вы помните, что размер нашей визитки это 90 на 60. Sorry, 90 на 60. И я создам какой-то прямоугольник. Мало того, у этого прямоугольника не должно быть обводки. И я могу задать ему какой-то цвет, например, тот же голубой. То есть я покрасила свой прямоугольник в голубой цвет, выбираю инструмент выделения и размещаю его вот здесь вот. Что-то я намудрила с размером. Обратите, пожалуйста, внимание, в размер вашего фона в обязательном порядке должен включать размер ваших выходов под обрез. То есть в том случае, если здесь же, например, он у вас будет голубого цвета, и порезчик попадется криворукий, может произойти так, что вы получите с края вот такой вот гаденький белый цвет бумаги. То есть это недопустимо при печати. Поэтому я вас прошу, когда вы создаете какие-либо визитки, в обязательном порядке ваш фон заходит за поля под обрез. Ну что ж, давайте сделаем так. Я в данном случае фон создавать не буду. Это чисто вам для, скажем так, образца. Я хочу в качестве фона использовать какой-то макет. Если вы помните, мы добавляли изображение каким-либо методом. Ну, любой метод хорош. В данном случае нажму Ctrl-D. Я заранее подготовила здесь изображение. Сейчас я его найду. Вот такое вот изображение. И давайте его сюда добавим. Как вы помните, поля под обрез в обязательном порядке входят в то, что мы планируем разместить.
Ну, вот таким вот образом я размещаю и хочу немножечко мой фрейм подредактировать. Я хочу, чтобы это изображение занимало у меня половину моей визитки. Давайте посмотрим. Так, половина, 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 половина. Если вам удобнее работать, скажем так, с измерениями, обратите внимание, то есть можно разместить 0 ваших координат вот здесь вот. То есть таким образом ваш 0 будет находиться в начале вашей визитки. Как вы помните, я хочу, чтобы у меня мой фрейм занимал полностью все изображение, которое я здесь растянула. То есть я использую вот эти вот пиктограммы для того, чтобы мое изображение заняло большую часть моего рисунка. Давайте посмотрим. Как вы видите, давайте нажмем Ctrl+. Мое изображение достаточно пиксельное. Нажимаем правую кнопочку мыши, чтобы посмотреть, каким образом это будет выглядеть режим отображения. И давайте посмотрим, как оно будет, в принципе, выглядеть на печати. Высокое качество отображения. То есть мое изображение было достаточно качественное. Давайте зайдем во вкладочку связи и посмотрим. То есть количество PPI у меня 423, этого более чем достаточно. Как вы видите, оно больше, чем 300, для того, чтобы на печати оно выглядело достаточно качественно. Теперь следующее. Я хочу залить правую сторону моей визитки такого же цвета, каким у меня, теми же цветами, которые у меня используются на моей визитке. Что я хочу сделать? В данном случае я хочу расположить вот здесь вот фрейм, который займет часть моей визитки. Теперь что смотрим, что нам необходимо. Нам в обязательном порядке нужно убрать обводку, и я хочу залить его таким же цветом, который присутствует вот здесь вот. У меня есть инструмент пипетка, которым я кликаю на моем макете. В данном случае у меня подхватились абсолютно все цвета, которые существуют. То есть я хотела бы эти цвета добавить в образцы. То есть вы видите, чтобы добавить эту тему в палитру образцы, щелкните выбранный цвет, зажав Alt. Я хочу выбрать какой-то из цветов, например, вот это. Давайте откроем палитру образцы и добавим эти цвета туда. Вот, я выбрала этот цвет. Давайте посмотрим. Нет, наверное, все-таки лучше раскрасить в темный цвет. Итак, я, обратите, пожалуйста, внимание, в палитру образцы у меня добавили все цвета моей палитры, которые здесь существуют. То есть, смотрите, вот есть лиловый цвет, есть темно-синий, есть совсем темно-темно-синий и два вида голубых цветов. Если она мне не нужна, я нажимаю Escape, и дальше я могу пользоваться именно этими цветами. То есть, в данном случае я кликнула дважды этот цвет. Ну что ж, давайте нажмем кнопочку «Просмотр». Окей. Итак, у меня есть мой прямоугольник. Еще раз удаляем у него обводку. Заливка у нас темная. Так, ну что ж, давайте сейчас. Так, стоп. Выбрала случайно для заливки. Нет. В данном случае я хочу выбрать именно. Стоп. Еще раз. Нет. Сейчас мне нужна именно... Вот, все, залилась. Итак, давайте посмотрим. Сейчас у меня есть половинка макета такого цвета, половинка такого цвета. Что нам необходимо сделать? Следующее, что на вашу страницу с макетом добавляется, это добавляется текст. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы будете создавать какой-либо текст, просьба создавать его не в нескольких фреймах отдельно, а для того, чтобы его можно было редактировать расстояние между этими текстами по-человечески, в идеале создается единый фрейм для текста. То есть мы выбираем кнопочку T и растягиваем наш текстовый фрейм на всю ширину нашей визитки, там, так как мы планируем ее сейчас печатать. То есть текст занимает абсолютно весь вот это, все вот это вот пространство. Ну что ж, теперь можно начинать писать текст. Для того, чтобы писать какой-либо текст, мы ставим курсор, вы видите, вот здесь вот он находится, и начинаем набирать наш текст. Хочу обратить ваше внимание, то есть сейчас цвет для текста у меня выбран черным.
Ну, по-хорошему, для того, чтобы текст было видно, его нужно выбрать каким-нибудь контрастным текстом, либо выбрать его, скажем так, потом, несколько позже. Ну что ж, давайте поменяем цвет текста, например, на голубой и начнем писать. Чем занимается наш дизайнер в данном случае? Это у нас будет дизайн. Я выбираю Caps, естественно. И набираю текст дизайн. Его у нас будет каким-то образом звать этого человека. Имя человека пишется с большой буквы. У нас будет Дрозд Александр. Что нам еще понадобится? Это нам понадобится номер телефона в международном формате. В идеале набирайте номера телефонов с началом плюс 38, по той причине, что вы не всегда будете выдавать визитку нашим клиентам. Иногда это может быть какой-то человек из-за границы. Текст обычно принято набирать с пробелами, для того, чтобы его было удобно читать. Итак, текст мы набрали, и нам нужен еще... пожалуй, портфолио этого человека, пускай это будет Инстаграм. Обычно не пишут полностью адрес, а просто цепляют значок Инстаграма. Понятно, что этого человека нужно будет искать там. Пускай будет написано таким образом. Так, чтобы... Итак, у нас есть набранный текст. Давайте теперь рассмотрим. Я сразу же попыталась выдержать принцип приближенности. Но, скажем так, у нас абсолютно отсутствует какого-либо выравнивания. С цветами мы пока что момент закроем. Для того, чтобы работать с текстом, у меня существует несколько палитр. У меня есть палитра, которая называется «Символ». Она будет отвечать за размер шрифта, расстояние между буквами, кернинг, трекинг и так далее. И у меня будет палитра, которая называется «Абзац». Она будет отвечать за выравнивание. Обе палитры можно найти во вкладочке «Окно». У меня здесь есть, вот, например, «Текст и таблицы». У меня здесь есть вкладочки «Символ». То есть, если нужно, мы находим их здесь, в стиле абзаца, в стиле объекта, в стиле символов и так далее. Таким образом, и вот здесь вот у нас есть абзац, таблицы и так далее. Итак, давайте сейчас разберемся с нашим выравниванием. Итак, наш текст сейчас выделен. Мы заходим во вкладочку «Абзац». Как вы помните, у нас есть понятие так называемой сильной линии. В данном случае текст слишком близко к нашему изображению, именно поэтому текст наш очень плохо различим. Картинка достаточно пестрая. Итак, давайте выполним выравнивание по правой стороне. Итак, выравнивание по правой стороне есть, текст намного выглядит лучше. Обратите, пожалуйста, внимание, я использовала для текста тот же цвет, который есть у нас на левой стороне дизайна. У нас выполнен принцип повторения, поэтому, скажем так, пользователь визитки, человек, которому вы ее вручите, автоматически обратит внимание на данный текст. А давайте сейчас подберем шрифт нашему всему тексту. Мы его выделяем. Отправляемся во вкладочку «Символ». Во вкладке «Символ» у нас здесь есть несколько различных палитр. В данном случае нам нужна именно вкладка «Символ». Вот здесь вот на самом верху вы можете выбрать гарнитуру. Чуть ниже у вас находится начертание данного шрифта, то есть жирное, полужирное, тонкое и так далее. Размер шрифта и различные параметры редактирования текста. Угол наклона, его язык и так далее. Я специально выбрала текст на английском языке, потому что гарнитур для английского языка гораздо больше. В данном случае я пока что не подгружала. Ну что ж, давайте сейчас пройдемся по всем шрифтам, которые у нас есть. И давайте посмотрим. У нас есть узкая гарнитура Bernard. Давайте посмотрим, как будет выглядеть все это в другом типе. В принципе, неплохо для названия, для фамилии, имени, но номер телефона читается отвратительно. Итак, просто все, что нужно сделать, это просто провести постепенно по всем шрифтам. Но нам нужен достаточно жирный выразительный шрифт, чтобы оно хорошо читалось. В принципе, неплохо выглядит, достаточно стильно, я бы сказала. Когда вы будете делать свои визитки, большая просьба на каждой из визиток выбрать какой-то определенный шрифт. Кстати, достаточно неплохо выглядит Berlin Sans. Да, я бы сказала, даже очень интересно. То есть можно выбрать таким образом. Теперь смотрите, что у нас главное на данном
на данной визитке. Это то, чем занимается данный человек. Размер шрифта, как вы видите, здесь у меня появилось название bold. Это значит, что шрифт является жирным. Возможности регулировать его у меня нет. Ну и что ж, я могу с помощью стрелочек либо подровнять, увеличить название моего... Нет, выглядит не очень хорошо. Давайте снова выделим текст и сделаем его немножечко поменьше. А давайте попробуем выбрать какой-нибудь другой шрифт. Мне он по-прежнему не очень нравится. Итак, давайте посмотрим. Дизайн. Вообще не читабельно. Как вы видите, в противовес, скажем так, достаточно пестрому дизайну, шрифты узкие и длинные смотрятся достаточно оригинально и по-дизайнерски. Давайте посмотрим такой. Неплох, но скучноват. Неплохо, но достаточно плохо читается фамилия, имя человека. То есть в данном случае нужно все, что нужно сделать, это подобрать размер вашего шрифта, гарнитуру его и так далее. Я не буду сейчас сильно заморачиваться, остановлюсь на том, что я подобрала заранее. Хотя в этом шрифте, в принципе, оно мне нравится. Я оставляю вот такой вот размер. Теперь давайте посмотрим. Размер шрифта для заглавия неплох. Мне не нравится фамилия, имя. Что можно еще сделать? У меня есть такая штуковина, как функция называется затенение. Если я выберу ее, я получу фамилию и имя на вот такой вот достаточно длинной полоске. Ее можно было выполнить с помощью фрейма геометрически, но в данном случае затенение выглядит достаточно неплохо. Что здесь у меня еще есть? Не переживайте по поводу вот этих вот полей. Этих полей на печати видно не будет, вот этих вот розовых. Теперь номер телефона достаточно большого размера, немножечко стоит уменьшить. Мы отправляемся во вкладочку «Символы» и немножечко их уменьшаем. Что у меня здесь есть еще? У меня здесь есть такая вот штуковина, как увеличение размера между моим текстом. То есть я увеличиваю расстояние, но в данном случае у меня немного портится кернинг моего шрифта. Его можно уменьшать вот здесь вот. То есть, в данном случае текст опускается ниже моей линии. Интерлиньяж можно менять вот здесь. Вот, обратите внимание, я сейчас немножечко ближе его сдвину. Таким образом у меня будет выполнен принцип приближения. И давайте мы все-таки сейчас спустимся к абзацу. И спустим, как вы видите, здесь у меня есть функция для буквицы и всего прочего. Давайте попробуем его сейчас отправить вниз. Но видите, у меня одновременно увеличивается и кернинг и так далее. Я могу эту функцию выполнить, скажем так, достаточно просто, банально нажав Enter, в данном случае на клавиатуре. Итак, у меня есть название, чем занимается человек, имя, фамилия. И у меня есть надпись «Дрозд Александр». Единственное, непонятно, что это все-таки адрес в Инстаграме. Давайте все-таки сюда добавим изображение пиктограммки нашего Инстаграма. Ctrl-D. Так, рабочий стол. Я заранее скачала значок Инстаграма. Добавляйте, пожалуйста, его в PNG, потому что если вы добавите его в JPEG, произойдет что? Давайте на всякий случай покажу. Выбрала. Слишком большой. Сейчас. То есть если я делаю вот таким вот образом, у меня появляются белые поля вокруг, и от него в данном случае никаким образом не избавлюсь. Поэтому давайте добавим его сюда все-таки в формате PNG. Так, сейчас я его найду. Вот он в PNG формате. И я сюда его добавлю вот здесь вот. Небольшой формат. У меня сразу же стоит галочка по ширине. Ну, можно его немножечко, этот значок, уменьшить. Добавить вот сюда. Таким образом, человек, который имеет, скажем так, данную визитку, немножечко можно уменьшить, зажав Shift. То есть человек, который, скажем так, воспользуется вашей визиткой, автоматически видит, что у вас есть, чем вы занимаетесь, фамилия, имя, достаточно креативная левая сторона,
номер телефона, по которому он может с вами связаться. При желании здесь добавляются значки Телеграма, Вайбера, чего хотите. И у него есть фактически ссылка на ваше портфолио. То есть если человек зайдет вот сюда, вот, либо ссылочка на ArtStation и значок ArtStation, и человек всегда может посмотреть ваши работы вот здесь вот. В принципе, я с данной работой закончила. То есть обводок нигде у меня нету. Это на самом деле всего-навсего. Но если переживаете, можно сделать вот так вот и эту штуковину отправить на передний план. Так, упорядочить на передний план. То есть таким образом у меня здесь нету никаких границ у моего рисунка, и мы получили визитку, которая от нас требовалась. Итак, ваше домашнее задание: 10 визиток, 5 из которых у вас есть заданные и 5 на ваш собственный вкус. Номера телефонов вы можете добавлять здесь, адреса, телефоны, различные ссылки на различные соцсети и так далее. В принципе, все. Спасибо за внимание.